сейчас вот этот склад выглядит примерно как эта машина. Но достаточно приделать буквально пару деталей, и все будет совсем по-другому. Прокатимся. Предлагаем к продаже недостроенный производственный комплекс для размещения тяжелого производства, производства строительных материалов или металлообработки. Территория бывшего машиностроительного завода. В 100 метрах от объекта проходит железная дорога. Есть возможность подведения железнодорожного тупика. Подъездная дорога отсыпана щебнем. Здание представляет собой единый комплекс из трех параллельных широкопролетных цехов, двухэтажного АБК и заглубленного склада. Объект не введен в эксплуатацию. В здании заменены окна. Территория огорожена бетонным забором. Площадка асфальтирована и забетонирована. Все конструктивные элементы здания в хорошем состоянии. Получено 2 мегаватта. Построена новая линия и подстанция. Объект и земля в собственности. Собственник готов гибко рассмотреть предложение по цене.